чего же нужно начинать планирование беременности будущим родителям, чтобы снизить риск рождения нездорового ребенка? Как правило, это нужно начинать с самого себя, с своего образа жизни. Никому не стоит говорить о вреде курения, о вреде алкоголя и вредных привычек. Это следует оградить не только маме, но и отцу, так как в зачатии участвуют оба родителя в равных степенях. Оптимально, если за 2-3 месяца до планируемого зачатия супружеская пара пройдет медицинское обследование, объем которого зависит от возраста родителей, наличия хронических и генетических заболеваний, поэтому определяется доктором строго индивидуально при первичном консультировании. Женщина, мечтающая стать мамой, в клинике ИСИДА может пройти обследование по пакету планирования беременности. В данный пакет включены базовый набор необходимых исследований и консультаций, если пациентка не предъявляет жалоб. По пакету планирования беременности плюс женщина помимо базового набора обследований может пройти генетическое консультирование плюс пакет генетически наследуемых заболеваний. Этот пакет рекомендуется женщинам старше 35 лет либо с отягощенным акушерским анамнезом.